Сейчас покажу, как выглядит вагон и купе прямого поезда Киев-Варшава. Также удобно, что во время проезда через границу не нужно выходить с поезда, достаточно дать свой паспорт и дальше спать. У нас получается три полки, не четыре, как обычно это бывает, а вот нижняя, средняя и верхняя. Верхняя достаточно высоко, поэтому специально для этого есть лестница, есть крючочки для того, чтобы повесить одежду. Для каждого путешествующего бесплатно по бутылочке воды, также есть зарядка, розетка зарядится. Большое окно, которое в принципе доходит до последней полки, то есть верхняя полка получается без окна. И сверху еще есть полочка для багажа. В поезде не жарко, достаточно комфортная температура, я ехала в мае. В коридоре были открыты окна, но вообще поезд снабжен кондиционером. Рядом купе такое же, но зеркальное. А еще, что очень удобно, поезд приезжает на тот же перрон, на который приходит поезд до аэропорта Чапин. Поезда в аэропорт ходят каждые полчаса.